Приехали в город Шахты. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Все в работе, в работе. Здравствуйте, пострадавшие. Пострадавшие. Так, спасибо. Быстро вы доскочили, молодцы. Посмотрите. Ну что, ничего, ой, да слава богу. Это вот это за последнюю неделю только. Ну вот шевелится, слава богу. Да ничего, нормально, это все ерунда. Так, значит, рассказывайте о планах своих. А какие планы? Все, развернулись, вас поприветствовали. И поехали. Зина встретила вас? Нет, не видела. Ничего не видела? Сейчас покормим вас, покушаете. Сколько вы? День, два, три? Мы сели, нас паспорта долго продержали и дали. Нет, так что, сегодня что ли уже? Нам никак нельзя. Мы сегодня должны были уже пересекать границу. Пятого в Шенген уже должны ходить. Мы два дня потеряли. Ну завтра с утреца пора. Никак, это уже дальше. Мы пятого должны пересечь Грецию уже. А сегодня у нас четвертое. Сегодня за 4:00 мы должны пересечь границу с Турцией, Грецию. А это вы сейчас на Ростов и на Ростов, да, Таганрог, на Северную Осетию, да. Грузию, Турцию и по с той стороны Черного моря. Ох, ничего себе. Далеко. Поэтому упущено время очень много, как раз не зависело это. Ну да. Ну это хорошо. А я думал, вы теперь ночуете там. Никак. Ну пойдемте, там Зина рыбки вам приготовила. Сейчас я пойду, хотя бы. Посмотрите. А рыбку можно сегодня? Мы, тут, мы с тобой же забивали, да? Это никто от этого не отойдет. Слава Богу. Самосвал наш, видишь? А ну-ка тут вас что-то нет? Подкожный клещ был. Вроде вылетели, но вроде ничего. А вы прям во двор заехали? Там, нет, да, там осталось. Да. Так, смотрите, вот она. Да ничего, ждет вас, супчика вам сварила, а рыбно. Ну, отец никак, прикупила. Он зачем? Ну, я не знаю, Правда, я с тобой вчера разговаривал. Говорит, но уже сюда коней идет, бить, зацепилось. Слава Богу, хоть Бог дал ставку. Не знаю. Ставка, где мы товар. Вот этот паводок идет, то есть Барнаул идет. Не Калуги, а там районница. Еще не звонил, не разговаривал. Очень хорошо сделали. А кто же вас адрес дал или как? А никто. Это один из Калининграда, познакомились заочно, а у него знакомые. Мы всю зиму из Стали не могли. И он оттуда приехал к другу, и морской контейнер, там 13 метров длины. 40-футовый. Они оборудовали, снег провели. И хорошо, загрузили, сейчас идем. Так а что, вы вот одной ходкой всех окормите, что ли? Да, это куда? Ну, я в смысле всех раздадите, всем. Потому что вы тут вон сколько возили каждый день. Нет, и там-то осталось же у нас. Это сейчас просто на заграницу мы взяли. Ну тогда там мы точно. А потом вернетесь и там будет. А вернемся, тогда начинаем работать. Опять через нас, да? Нет, тогда там все. Смоленск, Витебск, дальше Санкт-Петербург. Не, ну вы возвращаться как будете? Не так? Мы отсюда идем сейчас через Турцию в Грецию. Переплываем в Италию. Ясно. Из Италии во Францию. Все, оттуда поворачиваем Испанию и Португалию. Вон, а когда вы вернемся сюда, тут надо Бельгия, Швейцария, захватом. Мы через Данию идем на Скандинавию. А вон там склад. Швеция. Это, склад там стоит. А потом переплываем в Прибалтику. А оттуда уже через Белоруссию выходим домой. Тогда вы через Тулу будете оттуда ехать, да? Нет, Тулу тут не при чем. Мы можем только севернее. Севернее. Думаем дойти до Мурманска, Карское море. Программа очень большая, и мы много времени потеряли, открывали визу в Англию. Это отдельно.
Что там у вас за склад? Гробовой. Я тоже уже присматриваю. Хорошо. Никто не обойдет этот домик. Ну да. А это может один у вас песковок, а другие там по-другому. Ну, то другое, это такой нам заказали делать. А для чего он такой? Не знаю, вот они им нравятся. Оправдывает себя? Да вроде оправдывает, вроде ничего. Но хоть лес есть куда девать, а то что мы не знали, куда лес девать. Ну как говорится, не было бы счастья, да. То есть не было бы счастья, да несчастья помалу. Плохой напилили, а куда его девать? Никто его не берет. Туда-сюда я по ритуалкам побегал. Они, ну что, мы готовы берем. Нам достанем мои. Отвозите гробы, мы будем брать его. Все, и мы даже все быстро спишем, раз-раз, оформили это дело, и сейчас весь город, вся область сейчас у нас. Ну, допустим, я решил такое взять, сколько мне обойдется? Вам бесплатно. Нет. У меня завещание, дорога сделана на 300. Нет, у нас кто приходит просить, мы бесплатно даем. Да. Тогда жить буду. Ну, живите. А сдаем в ритуалку по 650 рублей. Я как-то до армии. Ну, правом был. Ну и там прорабка и столярка. Мне как-то холодновато было. Я остался один, сделал гроб. Лег туда и палочку, чтобы не полностью это. А утром пришла уборщица-то, убирает, она мимо гроба метет. Я потихоньку приоткрыл-то, она чуть на место меня не легла туда. Из гроба я восстал, она чуть не легла. А брат приезжал, тоже примерял. Ну, говорит, давай, какой тут стандартный или уменьшенный, расширенный. Как казак-то ваш, Витя? А, Витя? Да. Дима? Да. Да ничего, да атаман не понятно. Он же уже атаман. Выбрали атаман. Ну, атаманом там. Я не знаю, какого войска, правда, но какой-то атаман. Украина-то никак вас не захватывает еще? Да, ну, да, Украина там. А разговоры какие идут? Ну, разговоры такие, что там, собственно, нашего. Если вся Украина поднялась, весь край, то бы... Там они быстро бы это, и Киев бы снесли. А то там то казаки, то там русские, то там эти воюют, а сами украинцы по домам сидят. А местные по домам сидят? Ну да, местные по домам, там то добровольство, что-то. Так, если не дружно там. Что там, горстка, а все равно то отпор дает, то побило, то перешли. Сейчас украинскую часть они захватили. Ну да, сейчас. Все, не будем вам мешать, пошли домой. Не, а какой мешать? Мы пойдем сейчас это. Как раз, воды там возьмем. Мы же не жарим, мы же болеем, мы поражаем. А вы кто такие, узнали нас, нет? Да нет, не узнал. Кто мы такие? Добрый день. А в прошлом году были с книгами-то? Да нет, с книгами в прошлом году были. Знаю, вы рассказывали, как вас собака кусала, вы ее во рту там перекрестили. Не знаю. Ладно, пошли. А где Зина? Зина, не, здесь Зина? Нет. А где она есть? Дедушка Николай, мир вам. Как вы? Как самочувствие ваше? Слава Богу. Ну вот мы снова к вам приехали. Я хотел тут заглянуть, говорю, как в нашем гараже тут. Прошлогодняя наша ставка, здесь книги были. О, смотри. Вот он наш гараж, тут мы с Николаем ночевали. Ну, мне сейчас помнить. Сейчас нам Бог дал постановление. Тут лежали книги, тут ящики раскладывали. Ну, еще у нас... Так же было. Хорошо. Хорошее к хорошему прилагается. Здесь у нас были беседы, люди приходили. Там вряд ли это будет. Ну, мы не готовили в этом году, скажу. Гараж, ну, вот что это? Добрый день.
Мы нам... нисколько не будем. Ну что, уходим. Хватит себе снимать. Моя говорю, работа. Посмотрим наш гараж, как он стоит. Какой гараж? Наш гараж. Гараж-то стоит. Все, все, мы поглядели. Ну еще там на другом месте такой же. Там диваны такие. Это нам, наверное, приготовили. Ждали гостей. Смотри, братцы. Шикарно здесь, ребята. Так, так, здесь давай, корми. Я пошел воды. Куда уходите вы уже? Нет, сейчас они покушают. Куда уходите? Куда? На Грецию. Быстрее. Прям сразу? Сразу. Ну, присядьте, да ну, не снимайте. Что-то похудела хозяйка. Я на заботы. Ну, это хорошо. Здесь, ну, давай. Ну, еще с ним как он? Да ничего, он живет и здравствует. Кто-то тут мне заказывает дрова. Тут у него они окормляют. 4 чи 5 человек, у них газа нет, и они это. Вот я им собираю дрова, потом отвожу, они. Ну, сейчас. А ты скажи, где пила-то щепнул? В каком месте? Вот отсюда до сюда, вот так. Вот эти два, две косточки и сухожилия перерезал все. Ужас вот. Такой. Испугался вот они... сразу-то. Да не испугался. Ничего. А ты что, операцию делали? Нет, ну здесь она ж, я распилил же, все, она вот так вот развалилась. Я ее вот так кучу собрал. Поехали в больницу. Как бы это. А это? А это, там, видно, забыли нитку. Нитка там осталась. Потому что они и снизу шили, и сверху шили. Вот. И вот она там загноилась. А сухожилия-то не сшивали? Не сшивали. Она, видите, вот эти вот работают, а это на загиб работает, а разгибаться не работает. Ну и бог с ними, что ж такое. Ну да, у меня отца руки левой не было, вот так вот. Ну. Так сучок попался или как случилось? Ничего не попалось, я даже сам не знаю, как будто... У нас одна была в лагере, она бывшая кандидат наук, педагогических, и приехала в монастырь, и послали, ну и сучок шмыгнул, и руку сразу намертво, вот так вот, правую руку я полностью отрезал, отлетел. У меня, я даже не знаю, меня как кто сунул ее туда, я вот подпилил. Отпилил этим дракончиком, или как она, паркетница да, называется. Да. Вот. А чехол не закрылся. Я, она уже останавливается, пила. Я ее, или я отвлекся, или куда что. Короче, я сам руку раз, и она у меня и остановилась. Я захватила прямо отсюда, от мизинца, вот да, сюда вот так вот. Да, да, да. И мы вот сразу так услышали, мы каждый день молимся. Павла, Зинаиду, помилуй. Ну, ничего себе, я услышал. А как же здесь, она развалилась, рука вот так вот. Я как глянул, где-то чуть... Прошел сюда, значит, у меня брат точно так же, Павел. И вот чиркнулось, а все время такой палец остался. Он думал, остановилась она, циркулярка-то. А она не остановилась. Она его чиркнула и так прожила. Ну, знаете, вот эти все болячки, это все не боль. Это я не считаю боли, это так. Отец Аким рассказывал, говорит, он одной рукой управляется, говорит, как двумя. Подкатит, выключит, подкатит. Ну да. Левша, да? Ну да, я ж левша. Так, а как этот, который приходил, говорил, что ну, не хотел он, чтобы жена видела его, с кем он приходил? А, ну, женолюбивый. Так они и сошлись. Так, так. И жил лучше вдвоем с ним. А жену оставил? Жену оставил. Ну, там жена такая, что скандалистка. Какая Нина, если она именно ну, та, ну, понятно, но ему ж не объяснишь, не растолкуешь. Если вы его не убедили, кто его может убедить? Самая большая ошибка, когда люди считают, что ошибка, что я женился. Когда уже женился. Вот это самая большая ошибка. Тогда жизни никакой нету. Витя, ты не женился? Нет. Нет. А где вы огурцы берете? На базаре. Ну, вот так вот. Еще ты хочешь базарную кормить? Ну, как оно? Ну, все еще это не выросли, только вон сходят наши. В общем-то, давайте еще не маленькое. Даже это не надо. Почему? Ну, ребята, пойдем. У вас эта рыба какая? Откуда? Самодельная? Сами солили? Конечно. Да. Ловили и солили. Или где-то соленые брали? И соленые ловили, и солили. Сами солили? Ну, конечно. А уксус не добавляете? Нет, нет. Нет. А я без ничего, потому что... А вот я люблю с уксусом. Я осторожен, потому что у меня слабый желудок. Я без уксуса сделала. Да. Просто почистила и все. С маслом, да? И масло даже не полила. Так, все, садимся за стол. Сейчас. Сейчас, совсем времени нет. Да ну останьтесь. Не надо даже говорить это. Только... Все равно еще Сережа не приехал. Никак. Вы же в город сейчас поедете. Ну, поедем ну, в город, к этому нет, надо прижимать. Нет, ну можно переночевать, а с утра поехать никаких рано. Это... Ну что ж вы так плохо, да, мы вас ждали. Ничего, я сейчас постараюсь такой тазик. Ну, оставайтесь.
оставайтесь сейчас на ночь. Да мы знаем, вы приветливый характер. Не, ну а что, вы на 5 минут приехали и все. Мы приехали повидаться, поблагодарить и до свидания. Так еще за что благодарить? Еще ж ничего мы не сделали. А зато вы уже благодарили. Знаете, как Господь дает. Никогда мы вас не знали. А здесь только начинаем молиться, болящий такой-то, и сразу Павла Зинаида. Каждый день молимся и поминаем ваши святые имена. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Вот вашими молитвами мы и живем нормально. Вы приобрели молитвенников. Это делается с любовью. Ну, как да. Мы были, как сидели с ночью, уходили. А стены еще у нас также были. А где Коля? Да он в душ, наверное, пошел. Коля! Коля, ты дошел? Нет. Так. Сейчас сделаем, да. Веточку. Там ворота никто не сунется, чтобы собака не тронула. Да, сунутся, сейчас приедет. А, мы вчера смотрели, как я ему говорю, ты будешь, я говорю, этим сделать, тебя убьют. А сегодня это уже глядит, уже как будто бы я вперед смотрел. Я не знаю, я знал, что кто ведет в плен, тому должно быть плен. Писание говорит. Кто убивает, должен быть убит. Мы в прошлый раз с ним сидели в этой комнате. Не, ну он-то, Дима-то наш не пойдет убивать никого, он же да не кто спрашивать будет? И для чего он надел этот костюм от паса-то? Для того, чтобы убивать. Это не кашкадавство здесь. Там потребует по полной программе. Казаки не смеют. Знакомый. Вот такого же роста парень, прямо похожий. Леон кончил семинарий. И мы по скайпу с ним... Я ему говорю, воевать не надо, а он доказывает, надо. Я говорю, ты будешь смотреть за это, тебя поставят куда надо. И все, сейчас мы едем, а дорогу уже сообщают, уже убили. А где же убили? А? Где убили? В Донецке. А, на Украине? Да. А, ну, да. Но он сам украинец. Допивайте все. Так, поднимаемся и скорее езжайте. Такое быть. И нынче дает Господь такое огромное прощание в шахтах. В стороне там. А мы сравнение делаем только Павлу Николаевичу. У нас оригинал остался. Да? Да. Там никто к нам не подойдет. А здесь мы поехали, они ночью на рубашке все постирали в Воронеже. Парню было 21 год, 1,90 рост. И он еще 8 сантиметров выше меня, представьте. Он его не видел и головой. 7 позвонков. И уже прошло минут 15 с лишним, они домой собираются, а где же Сережка-то? И он тогда всплыл, когда уже мертвый кверх ногами. И тогда они его синий положили, он мертвый, посиневший, все. Так это недавно, да? 12 лет назад. И в это время там кто-то купался, они его через колено, давай ему, давай. И он задышал. Но когда они вот... И в это время лопнутый этот разбитый позвоночник перерезал полностью стол. И у него все скручено, но вот эта часть где-то маленько шевелится. И он работает на компьютере, пишет иконы. Он живой, да? Все, полностью парализован. Его трубочки тут везде, все это мы засняли. А так. Как вы с ним познакомились? А? Как вы с ним интернет. Познакомились? А, через он сейчас интернет? У меня один из самых первых помощников. Ну что, Коля? Он до того разбирается. Да. С Богом, не надо. Ты тут самый адекватный получается. И к собаке правильно относишься. Ну все, до свидания. И к начальнику правильно относишься. Все, Коля, не буду обнимать, а то ладно, я так чуть-чуть сниму. Там не поймешь, что это. Спаси Христос. Я другой раз я за компьютером сижу, скайп, раз, вижу. Горит. Ну да, иногда горит, когда мы заходим в скайп. Ну так это, не надо там хотя бы, я не говорю, что там прям что-то разговаривать так. Привет там. Ну так надо, мы будем и надо. Хорошо, будем. Я-то не знал, что это жена сказала, что говорит, мы по скайпу можем общаться. Не, вчера, говорю, прислал уже, мы вечером с Павликом росляли. Мы с Павликом жена прислала, видно, смс. У вас 100 километров до Воронежа, ребенок, шахта утром выезжает. Есть, но они постоянно... Как раз ушли, а я зашел и прочитал. Прямо его раз, будь добр, нам немного. Ну ладно, не будем вас задерживать. Мы сейчас в Северной Осетии, Грузия и сразу на Турцию. Вот такой. Дедушка. А дальше там по берегу там проще. Ну давай. А когда будем, пойдем в Шенген зону. Ну все, Игнатий, давайте. Нас ждут. Все. Не поминайте лихом. Закрывай. Если что, не так.
осенью, они с Якимом приедут. Да? У них все уже занаряжено, да, у батюшки? Уже готово. Отец Яким. А, ну да, да. А полотенец не ваш? Да, на обратном пути. Это полотенец. Полотенец забыл. Ой. Не, я возьму, значит, маленько. Ну, может быть, да. Может, заскочите, конечно, когда он денется. Да. Там уже вам торопиться некуда, Шенгенской не будет. Ну, езжай, да, езжай, какая разница. А оттуда еще и к нам зарулите. Ближний свет, да? Подумаешь там. А что там, полдня и у нас. От Москвы 1000 километров, да? Вам не привыкать. Ну все. Раз мы несколько тысяч уже проехали, да? Нам что тут 1000 километров? Ну все, езжайте с Богом. С Богом. Теперь на канал «Во свете Библии» выходите и себя увидите. Да, ну хорошо. Да, «Во свете Библии». Прям можно набрать в гугле «Во свете Библии». Себя увидите. С Богом. Все.